Мы все время или в прошлом, или в будущем. Но там же ничего нет. Когда мы в прошлом, это мы в своих фантазиях про прошлое. Когда мы думаем про будущее, мы в фантазии про будущее. Мы не в настоящем. Но задумайтесь, как вы можете быть не одинокими, если вы там, где никого нет, или там, где никого нет. А когда вы здесь, это мгновение, при котором там между вами вспыхивает искра какого-то взаимопонимания, какого-то тепла и так далее, и потом оба улетают опять в фантазии, где-то в счастливые иллюзорные фантазии, где-то в драматические переживания, как все было прекрасно и все пропало там и так далее.